После поездки по такой рыхлой дороге может понадобиться мелкосрочный ремонт, говорят водители. Асфальт на улице Октябрёнок – один из самых травмированных во всем Новоалтайске. Похожая ситуация на Анатолия и Переездной. В ближайшее время на этих объектах должны исчезнуть все колдобины. В настоящее время ведутся работы на 5 объектах улично-дорожной сети города Новоалтайска. Вообще планируется ремонт 8 автомобильных дорог протяженностью более 8 километров. Ремонт уже идет на улицах Прудская, Шукшина, Деповская, Тимирязева и Промплощадка. Помимо асфальта, там установят комплекс фото- и видеофиксации правонарушений. Всего на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» на Новоалтайску было выделено 106 миллионов рублей. Более миллиарда на всю Барнаульскую агломерацию. В этом году у нас получается 4 участка больших. Это Белояр-Заринск, Фирсово-Бобровка, Рассказиха, Обской мост, это подъезд 4 километра, и вот город Новоалтайск. Появится у нас дополнительная агломерация, агломерации Бийска, Рубцовска, потому что развивать, так скажем, только в столице, ну, естественно, этого невозможно. То есть идти чуть дальше, расширяться будет замечательно. Дорожники говорят, что за короткий сезон сложно уложить более 100 километров свежего асфальта в Алтайском крае. Поэтому им приходится работать в жару и в дождь. К 1 октября подрядчик должен сдать все работы. Ирина Корчагина, Николай Шелко, наши новости.